значит, одна из новых моделей. Чем отличается от стандартного положения, не положения, а от стандартной засидки Scorpio, то, что мы убрали вот эту вот рамку, замкнутый контур. Вот, то есть преимущество такое, значит, не мешает ни коленкам, более мобильно засесть. Добавили вот такие валики утеплители, которые дополнительно фиксирует задние ремни. Что это дает? То есть, если нам нужно забираться и убрать сиденье, то есть одно другому не мешает, убираем в такое положение. Вот. Стать забираться очень удобно. А когда располагаемся для того, чтобы удобно сесть, передний ремень встает в свое положение, задний ремень остается зафиксирован. Также еще из дополнительных плюсов данной засидки мы предусмотрели универсальные крепления, назовем их поворачивающиеся крючки. Почему не сделано крючками? Чтобы вот это вот ни за что не зацепалось, но повесить любой какой-то дополнительный аксессуар, будь то бутылочка, термос в чехле матерчатом, можно за веревочку. Вот также с обоих сторон, вот здесь это предусмотрено. То есть благодаря четырем крючкам, которые есть, можно навешать дополнительных прибамбасов. Выпустили вот такую площадочку с решеткой. Что это дает? Преимущество перед изначально, так скажем, задуманной, большое снижение веса. Функционал остается тот же, ноги не скользят, возможности провалиться нету никакой, не зацепиться, ничего. Вот. Сразу отмечу, что, допустим, в паре вот этот комплект с обрезанной поперечиной и вот с такой нижней площадкой с решеткой снизил вес порядка на 2,5 килограмма. То есть данная засидка весит порядка 7500. Еще одна моделька, спартанская, так скажем, с такой мы и начинали. Теперь чем она доработана? Значит, увеличен комфорт подушечки, ширина, длина, глубина и все прочее. Также, значит, добавлены крючочки, на которые можно вешать аксессуары. Ну и по желанию такие вот обрезанные модельки без фиксированной консоли могут снабжаться вот такой консолькой. Вот, пока тоже существование ее под вопросом, в том плане до конца не придуман механизм, чтобы эта консолька была не просто, так скажем, прибамбасом, который мало несет функционал, а могла бы она фиксироваться в любых положениях, которые удобны для охотника. Вот мы попытались изобразить, пока, как бы скажем, в работе, но принцип действия такой, то есть вот зафиксировав в таком положении, вы видите, что она находится практически на одном уровне с подножкой нижней площадки, то есть можно ножки поставить, также отдыхать, как на платформе с откидной консолькой. Вот. Если нужно, то есть вот этот звук пока мы не победили. Вот здесь и фиксаторы, их перещелкнув, консолька зафиксировалась ни туда, ни сюда, то есть служит упором. Вот. Если нужно ее поставить в другое положение, путем переключения упоров, мы ее ставим как угодно. Можем даже вот так зафиксировать, как на русских горках. Ни туда, ни сюда, опереться о нее. Здесь под подушками также применена решетка, которая дает равномерное расположение задней точки. Ничего не давит, так скажем. Мы также здесь для переноски в нужном состоянии сделан карманчик, в который можно сложить тросы
перемещаться. Модификация нижней подножки. Также, скажем, по просьбе некоторых охотников, у кого очень длинные ноги, мы вот изготовили такую откидную подножку. Оснащена тоже утепленным валиком. При складывании ничему не мешает, убирается, легко складывается. Веса добавляет немного. Из аксессуаров мы пока решили предлагать такие вкрутки в дерево с крючками. Можно будет к себе поближе, подальше отрегулировать. А для того, чтобы повесить ружье, рюкзак, прочую мелочевку. Как бы тоже в карманчик будет все это вмещаться вместе с тросами, чтобы это лежало. Вот о нужности в голову вот такая фантазия пришла, будем вас спрашивать. Вот такие аксессуары, как бы недорогие, не тяжелые. Насколько они полезны, эффективны, принцип покажем. Так-то надо было елочку сломать. Но сейчас мороз 23 градуса, в лес неохота ездить. То есть использовать можно для дополнительной маскировки. Вот. Кто-то скажет, да, с этим возяться неохота. Вопросов нету. Можно не устанавливать. Крепится легко в течение 2 секунд. Значит, эти аксессуары можно закрепить внизу, приготовить веточки, которые близко подходят к естественной местности, связать пучком. И, так скажем, когда располагаешься, поднять на засидку и все это аккуратненько добавить дополнительной маскировки.